начиная с детского возраста. А что я, когда вот они, так и я, а это не я и так далее. Но Адам поступил хуже. Он обвинил самого Бога в том, что вот он сорвал запретный плод. Он сказал, проще что кого-то обвинить ты, и снять ты жену, которую мне дал, это она. Но виновата. Это ты, ты ведь сделал мне вот такую женщину, вот она виновата, и пошла цепная реакция. Вот с тех пор мы, как потомки Адама и носители вот этой бациллы непослушания, все мы с этим живем. И вот наступило сразу разделение. Бог и человек, они отдалились настолько далеко друг от друга. И вот здесь появилось первое раздражение. Когда Бог стал чужд человеку. Человек стал чужд Богу, хотя Бог его ищет как блудного сына. Вы заметьте, для людей, ну, будем говорить, далеких от веры, никогда не задающих вопросы о вечности, о бытие, откуда я пришел, зачем живу и что потом, как только начинаешь с ним говорить о Боге, он начинает раздражаться. Мы тоже в какой-то степени сейчас являемся раздражителями для тех, кто... Да, которые, да, совершенно вот нечаянно включили. Тут про Бога им говорят, да ладно, мы его не знаем, его нет, его как бы мы не верим в него. Это есть уже раздражение. Вот эта потеря Бога, она есть раздражение. И она передается в нас, это в нас заложено, в нашей душе, в нашем характере. Это на духовном уровне, не на душевном. Это более глубинно, это есть покореженная, искаженная икона. Слово «icon», икона, греческое, образ. Вот образ и подобие у нас искажены, и мы стали ненавистны друг другу, и эта ненависть и раздражение стали проявляться в первых шагах истории человечества, потому что следующий шаг – два брата, Каин и Авель. Раздражение чаще всего как раз в семьях, именно среди самых близких людей. Как правило, братья или брат-сестра, или две сестры, они более досаждают друг другу, нежели какой-нибудь сосед. И здесь вот вам пример, уникальный библейский пример вот этой вот истории раздражения, которая кончается трагедией. Там какой-то такой трудолюбивый Каин пашет свою землю, возделывает ее мотыгой. Вдруг приходит некий такой смиренный, кроткий, безропотный младший брат и начинает с ним вести разговор, это раздражает старшего брата, который в поте лица трудится, а тот только лишь овечек пасет. Разговаривает, да. Да, и ну его, этого слюнтяя, пошел бы он скорее, а диалог продолжается, он не выдерживает и убивает его. Там еще и зависть прибавляется и так далее. И пытается скрыть. Каин думает, что если никого нету, я закопаю его и все. И так все мы поступаем. Мы совершаем какое-то гадкое дело, мы пытаемся его спрятать, закопать. Если никто не видел, то мы его ничего как бы и не сделали. Но вдруг он слышит голос. Можете себе представить? Каин слышит, что его окликают по имени. Мурашки по телу. Что кто-то его застукал за этим преступлением. И вопрос, где брат твой? Потому что Бог, он видит все. Он видит все самое тайное, все самое сокровенное, от него мы никуда не спрячемся. Наша совесть начинает в нас говорить, это в нас говорит Бог. Мы никуда не можем спрятаться от своего преступления. Ну, угрызение совести – это самое страшное наказание, Это и есть голос Бога в нас, и Бог говорит, ты думаешь, я не видел? Голос крови твоего брата, он вопиет ко мне. И здесь опять разрыв. Каин опускает глаза. Он не хочет их поднимать. Он идет прочь от лица Бога. С печатью вот этого преступления, этого убийства пожизненно. И это, увы, из поколения в поколение. Сколько человек существует, столько там. Здесь недостаточно таблетки под язык, чтобы у нас прошла головная боль. Здесь есть первопричина. Церковь это называет грехом. Но чтобы людей не раздражать, я им переведу это слово. Слово «грех», дорогие друзья, в греческом языке, на котором, в принципе, к нам и пришла вся Библия, передается словом «хамартия». Это слово, пришедшее из языка великого Гомера в его бессмертной «Илиаде», в самом финале, когда
войны наконец заканчиваются, и люди организовывают вместо войн Олимпийские игры. И вот там судьи, которые судят стрелков из лука, выкрикивают слово «хамартия», если стрелок попадает мимо цели, если стрела летит мимо. Промахи. Вот хамартия – это промах. Вот грех – это наш промах в жизни. Мы не туда стреляем. Вот от падения Адама наши стрелы летят от Бога. Весь вектор души человеческой направлен от. Он пытается загладить боль совести. Он пьет успокаивающие таблетки, страдает депрессиями. Но на самом деле первопричина там. И там надо, как Адам, развернуться бы и сказать: «Я больше так не буду», пересмотреть, чтобы это из себя вот выдавить раз и навсегда. Либо другой путь – это путь преступника. Любой преступник, рецидивист, который отказывается от покаяния и внутри себя очень оправдывает свой поступок, он перекрывает его более сильным, чтобы заглушить. Как пьяница, чтобы утром прийти в себя, он пьет дозу, заглушая вчерашнее. Потом это проходит, он бьет больше. То есть это таким катком, как бы это валом. Это идет катком, да, валом, но надо пережить вот это свое падение, это свой промах надо пережить, надо понести вот это наказание внутреннее, угрызение совести. Но чтобы оно было полезно, потому что можно ведь и впустую каяться, как покаялся Иуда, он покаялся впустую, он пошел потом и повесился, это не покаяние. Это такое как бы раскаяние, но оно не имело последствий, оно не принесло плод. И надо пережить вот свой промах. Пережить и сказать: я заслужил такое состояние, мне надо переболеть, и я его перетерплю. Я не буду его глушить наркотиками, я не буду его глушить, ну, я имею в виду духовными наркотиками, такими утешениями, успокоениями, гладьте меня по голове, я остаюсь прежним. Если я это пережил, я это выжил из себя, я перестаю быть другим человеком. Я еще вот в этом аспекте хотел бы такую вещь сказать, что вот к вашему как бы вопросу о том, что нас психологи успокаивают осенними депрессиями, весенними. Что это кратковременное явление, зима настанет, все пройдет. А еще очень распространено вывешивание лозунгов: будем едины, будем дружны. И все это мы вот видели, особенно в периоды. Будьте взаимно вежливы. Совершенно верно. Но это не помогает. В конце концов, над этим люди начинают смеяться. И вот я читал опыт других священников, там как раз они приводят такие примеры, когда они вот думали, будучи молодыми, начинающими, вот так примерять такими лозунгами ссорящиеся семьи. Там приходят, жалуются, что вот у нас в семье там несносная атмосфера, там мы без конца вечно в ссоре, там вечно недовольный отец, недоволен сыном, что тот не ту прическу сделал, мать недовольна дочерью, что она у него там помаду таскает и щеки красит, будучи в 9 классе. Ну, это опять-таки, это всего лишь внешнее покашливание. Причины другие. И у того же отца, и у того же сына, который демонстративно это делает, и у той же дочери, и у матери, и так далее. Причины глубинные, и сам человек порой о них не знает. И когда их пытаешься утихомирить вот этими лозунгами, что нехорошо ссориться, надо жить мирно, они вас выслушают, а потом будет хуже. Обратное, сделают вот от обратного. Один священник вспоминает, когда он молодой пришел в такую семью, усадил, они прям были в осколках все. Вот он их собирал весь вечер, он с ними беседовал, они пили чай, они помирились, пожали друг другу руки, и довольный молодой священник ушел домой, счастливый. Думаю, что с мыслями, все исправлено. Что он победил вот это зло. На другой день он встречает одну из вот членов семьи.